Видзы – это деревня Браславского района Витебской области, Беларусь. Основной достопримечательностью деревни Видзы является костел Рождества Девы Марии, построенный здесь в 1914 году. Исторически этот храм известен под титулом Святой Троицы. Под этим именем он упоминается в государственном списке ценностей и ряде других источников. Однако в связи с тем, что в настоящее время в храме проводит службы приход Рождества Пресвятой Богородицы, то на сегодняшний день данный храм принято называть именно костелом Рождества Пресвятой Девы Марии. Данный храм строился на пожертвования прихожан с 1909 по 1914 год из красного кирпича в неоготическом стиле. Далее, в ходе Первой мировой войны, он был серьезно поврежден, так как в его башнях размещались смотровые пункты, и по ним, соответственно, велся прицельный огонь. В 20-е годы 20 века костел был восстановлен. В память о событиях Первой мировой войны в стены храма были вмурованы снаряды. Повреждения зданию были нанесены и в ходе Второй мировой войны, а после нее в храме был организован склад, затем зернохранилище, а позднее спортзал. В 1989 году храм передали верующим, после чего началась длительная реставрация здания. На сегодняшний день данная реставрация по большому счету уже завершена, однако некоторые работы продолжают вестись. Таким образом, сегодня этот костел находится в отличном состоянии. Однако, главной особенностью костела в деревне Видзы являются его размеры. Согласно большинству источников, это самый высокий костел Беларуси. Его высота составляет порядка 76 метров. Благодаря этому данный костел притягивает внимание большого количества туристов и путешественников. Но помимо своих размеров, костел в деревне Видзы может похвастаться также и достаточно красивым и запоминающимся внешним видом. Территория вокруг костела отлично благоустроена, а рядом с храмом имеется также здание 19 века, выполняющее сегодня роль приходской администрации. Этот храм расположен на центральной площади города, исторически рыночной. Костел в деревне Видзы, несомненно, является архитектурным памятником начала 20 века, историко-культурной ценностью и важной достопримечательностью Беларуси.
Внутреннее убранство храма приведено на данный момент в полный порядок, однако все богатство интерьера пока еще не восстановлено. Очень удачно для туристов и путешественников также и то, что посещая костел в деревне Видзи, им удастся осмотреть еще достаточно большое количество различных небольших достопримечательностей. Так, например, в деревне Видзи имеется старообрядческая Успенская церковь 1907 года постройки. Старообрядческие церкви – это очень большая редкость в Беларуси, поэтому данная церковь может представлять особый интерес для некоторых путешественников. Следующей небольшой архитектурной достопримечательностью деревни Видзи является современная деревянная православная церковь Святого Николая. Еще одной достопримечательностью деревни Видзи является пустующее здание бывшей водяной мельницы конца 19 века. Также в деревне Видзи имеется еще около десятка различных небольших каменных и деревянных сооружений, которые можно отнести к исторической рядовой застройке поселка. Все эти здания были возведены в конце 19-го – начале 20 веков. Большинство из них расположено в районе центральной площади поселка, неподалеку от костела. К достопримечательностям поселка Видзи также можно еще отнести современную католическую придорожную часовню и могилу Томаша Вавжецкого, общественно-политического и военного деятеля ВКЛ, активного участника восстания 1794 года. Все эти достопримечательности вместе с центральной достопримечательностью поселка, величественным костелом, создают в деревне Видзи очень приятную туристическую атмосферу и хорошо дополняют друг друга. Кроме того, деревня Видзи расположена в местности, где имеется также и очень много других интересных городов и деревень с важными достопримечательностями. Так, например, в рамках одной туристической поездки вместе с поселком Видзи можно также посетить очень живописный и красивый город Браслав, деревню Опса, где имеется костел, усадьба и интересная рядовая застройка, поселок Друя, где имеется очень много достопримечательностей во главе со старинным монастырским комплексом, а также деревни Слободка и Иказынь, где расположены примечательные храмы.